Верность без границ. В Индонезии кошка год прожила на могиле своей хозяйки. Домашнего питомца, убитого горем, заметил проходивший мимо 28-летний Келли Кинингао Прайнтно. Молодой человек хотел приютить бездомное животное, однако кошка всегда возвращалась обратно на кладбище. Удивительно, что усатый питомец каждый день приходит к детям своей покойной хозяйки, которую звали Кандари. Кошку кормят, а потом она возвращается к месту захоронения. И так продолжается уже год. Мне очень грустно наблюдать за ней, признался Прайнтно. Но, однако, я восхищен тем, насколько животные преданы своим владельцам. Порой людям есть чему поучиться у братьев меньших.